Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров и дружная компания в лице Андрея. Оми. Не надо снимать. Люба. И Гостислав. Вот это да. Ну что, у нас сегодня триптикон «Возвращение титанов». Титан-класс. Самый большой босс. Вперед, Ростислав, расскажи. Ну что ж, что мы видим на коробке? Во-первых, мы видим... Эпичное изображение триптикона, уничтожающего город. Это может быть Небулон или какой-нибудь Айакон Сити. Не забудь о шестифазниках. Да, тут два шестифазника, именно Black Shadow, Six Shot и какой-то неизвестный нам автобот, скорее всего. Плохо порисованный. Показаны все три режима. Динозавр, космический корабль, база. Возвращение титанов. Титан-класс на нескольких языках. И также, кто идет в комплекте. Десептикон Некро, который является Тайтан-мастером или Хэд-мастером головой. Десептикон Фулл Тилт, живот динозавра. Ну и сам Триптикон. Также мы видим Generations, Transformers, Hasbro, 8+. И эта сцена нереальная, а фэнтезийная. Ну, здесь мы видим описание самого города Десептиконов. Знак Десептикон. Ну, сам символ. Причем описание на нескольких языках. А дальше здесь у нас снова триптикон во всех режимах, режим его живот, живота, головы, ну также и также Broadside, Hot Rod, Black Shadow, два хедмастера, один из которых я узнаю Soulbacka, а второго я уже не помню, но я помню, он шел с этим слоном. Но в принципе то, что хедмастеров можно закинуть ему пасть и достать из живота. Ну, то есть они выпадут, ну, из, да, живота. Ну да, то есть типа Titan Toons, Gamhorn, другие серии, Misfire, да? Blitzing, Black Shadow, которые перевели как, ну, в Америке как Sky Shadow Hasbro. Внизу, как обычно, ничего интересного. А наверху все то же самое, только... Только вверх ногами. Вверх ногами и вот. О, здесь еще тоже кусочек. А, ну и еще... И кусочек Триптикона сбоку. Ну все, давай извлекай то, что там... Ждем. Срезаем. Здесь. Да, можно доставать. Сейчас надо, чтобы кто-то с одной стороны тянул это большое. Держишь? Только, ага. Нет, там инструкция снизу. Оп, инструкция у тебя осталась. Оп. Хорошо. С картой. Ну, не совсем. Это, да, как коллекционная карточка. Коллекционная карта. И качества. Также наклейки на триптикона. Мы их потом обязательно наклеим. Большая куча. И выложим фотографии в нашу группу ВКонтакте. Сверкает. Ну вот у нас сам Триптикон. О, запаковали. Я предлагаю лучше его положить. Да, давайте так. Лежа. Привязали. Аккуратно вырежем. Это уже силы не оторвать. Да, это шпагат. Давно его не использовал. Хотя... Ну, для такой мощной модели именно он, скорее всего, лучше всего и подходит. Он же тяжелый. Всю, весь свет закрыл. Не буду вставать. Папарацци не дремлют, уже подсвечивают. Да. Чтобы вам было ярче видно и лучше видно. Слушай, ножницы еле справляются. Очень прочный, очень толстый шпагат. Не рви, режь. Подожди. Давайте потихонечку извлекать тело. На, еще на резинке. Там больше ничего нет? Больше ничего. Так, так, чтобы отцепить. Стой, оставь. Подожди. Я хочу теперь, чтобы резинку убрать. Так я сам сниму потом. Держи. Теперь начинаем. Интересно. Трансформировать? Нет, будем. Надо вернуть ноги на место и достать резинку. Резинку достал. Эта штучка. Давай. Отцепляется, может отцепиться спокойно. Просто сила. Просто сила. Сейчас, подожди, просто сила. Тут хорошо зафиксено. Тут не просто сила, тут аккуратность. Так, какая нога куда? Да, попробуем понять, какая это нога. А, это получается это вот, нас... вот так. Да. Да. Правая. Правая нога, и вот да. Левая нога. Это левая нога. Кстати, по-моему, вот это. Это надо поднять, да. Все так и должно быть. Да, да. Сейчас мы попробуем его.
Не та сторона, переверни. Почему? Нет, голова развернута. Да, я знаю. Кстати, нам нужна инструкция сейчас для наших ножек? Нет. Нет? Сейчас мы повернем. Сюда. Здоровый. Собачьи ноги. Первую лапу пищу. Вот тут. Нет, наоборот. Что? Вот потому что он так заходит. Повернуть. Раз. Подожди, не держи. Аккуратно положим, как будто он не до конца зашел. Какой сложный. Да. Вот. Подави. Раз. Нажму. Нет, в паз не зашел. Ой. Подожди, да. По-моему, сейчас что-то вот. Нужно отцепить. Да нет, вот. Почему-то оно не до конца. Да нет, полностью. Где? Не дави. Сейчас мы его попробуем. Зафиксировать. Шиш ты. Ну, по идее, сторона-то там. О! Все. Все, вроде зафиксировал, встал. Да. Нифига, вот смотри. Че? Видишь? Не до конца вошел. О! А, все. Следующий. Фух ты ж. Правая нога. О! Ну это побыстрее встало. А уже знали, куда давить. Не надо хвост удлинить. Сейчас вытяни. Так, я еще, по-моему, здесь какая-то. Не, это уже не надо. Уже лишнее, да? Да, это уже трансформация. Так, это сюда не утяни? Да. Так, голова. Руки вниз. Так. Руки. И фул тилта на живот. Сейчас. Сейчас мы его тоже пристроим. Надо хвост немного поддавить там. Нет. Он зафиксирован, чтобы он более ровно на ноги стал. Где? Подержи. Вот он нормально. Не, подержи, я сейчас покажу. Давай. Конечно, сейчас будет неприятно еще. Представляете, какой он огромный. Невероятно тяжелый. Так они зафиксировались у него. Все, так. Все, так и должно быть. Он так больше на Годзиллу похож, правда? Да. Держи. Подожди. Держи. Тибетовская Годзилла. Кибертронец. Нет, просто придави. Да сейчас я достану так удобнее, а то больная штучка мягкая. И ставить можно какую-нибудь стресс-линию сделать потом. Это правильно. По-моему, все-таки он вот чуть-чуть вот так должен быть. Это иначе он как-то это. Во! Вот так вот еще идеально. Так, что у него? Голова широкая. Во рту. Верхняя грудь открывается. Да, кстати. Давай посмотрим. Кто помнит эти все элементы, они есть. Все совпадает. Конечно, можно его и грудь поднять вверх, задний. Да. Вперед сделать. И удлинить. Ты что? Он сел от удивления. Он готов стрелять. Ну, чтоб не было. Представляю,
как будет расстраиваться одна маленькая байкальская улитка. Да-да-да. Но мы вегем, мы чувствуем, он где-то рядом. Потому что сахар неукоснительно пропадает. Ну да. А кто-то его должен понести. Значит, принесу. Ну, тема сегодняшнего обзора, ведь это трансформер, а не сосредоточение. Ну, конечно, база тут не для колеса. Это не для базка, а для космического корабля, чтобы он смог кататься. Понятно. Еще и на хвосте. Ну что, давайте сделаем из него базу. Базу. Так. Ну, мы обязательно потом нафотографируем отдельно. Классно. Пасть вверх. Не вот так. Ну что, не полностью? Подожди. Что тут? А, блин, это я тупой. Почему? Да-да, все так и должно быть. Просто надо будет ее развернуть. Не-не, все нормально. Это просто совпадение. А это вот достать ведь надо будет? По сути. Вот так поднимать. Не так достать. Тут специально держатель. Вот так открывается, и потом сам full tilt достается. А, он, то есть это у него отдельный элемент. Да, и это как элемент. Все, окей. Прицепляем обратно. Да? Так. Голова повернулась. Орудие лучше в другую сторону. Для базы. Сейчас руки сложим. Да. Они и так складываются. Да. Здесь, по-моему, вот они сюда входят в паз. Пазы есть. Как всегда должно быть. Так. Дальше. Хвост. Дальше. Надо. Вернуть обратно. Да. Ложи на спину. Начинаем. Какой он здоровый. Просто так делать, да. Так, и дальше. Дальше. Ноги надо. Аж это вы. Они должны отходить друг от друга. А, ну это-то достаться это, должна. Да. Ох, как тяжело. Так. Дальше. Они должны разделяться. Снизу лучше. Снизу они держатся еще как-то. Снизу. Оп. Разделим. О. Так. Это сюда, по-моему, должно быть. Эти так должны остаться. И после соединяем обратно. Это и есть биологический ракет. Так. А дальше? А дальше сюда. Сюда? Да. Пойди. Если... Подожди. Подожди. Нет. Надо, чтобы... Вот это вот сюда. Может. Давай. Сейчас. Когда держишь. Всегда. Если... Может... Ты можешь снять его. Вниз. Так. У нас в итоге должно получиться. Вот это. Вот такое положение. Всегда легче, когда есть хоть какое-то изображение. Не схема. Коробку. Просто попышу вот. Вот так. Вот так. А тебе вверх. А, я понял, что да, потом делается вот так. Точно. Ты тогда его поверни сейчас. По часовой стрелке. Давай, не бойся. Зажми до конца. Да нет, эту вот до конца. Во. Чтобы это не мешалось. На себя я больше сделаю. Там, может, кнопочка есть? Посмотри. Вот с этими кнопочками реально неудобно. Как раз таки нету. Значит, просто сильно фиксировать.
К вопросу, детская ли это игрушка? Давай я попробую нажать. Все, я все сделал. Все, хорошо, соединилось? Да. Так, давай я дожму. Держи. Я думаю, для ребенка эту штуку собирать будут, скорее всего, родители. А так в лучшем случае. Но могут и бабушки. О. Всё. Так, здесь снизу это, здесь это. Подставка, все. Да, это сюда потом выходит. Так, здесь. Это что у нас такое? Надо, не надо? Это для ничего. Космического. Да, надо. Кстати. И это тоже надо вот так. Да. Ну давай её. Сначала эту сейчас добьем. Так. Ноги. Ну, он сам отходит. Давайте разъединим. Так, дальше. Дальше. Ворот сустава. Так. Отгибаем сюда. О, какие звуки-то страшные. Так, что он нашел? Так, давай тут чуть-чуть поднимем, а то мне тут мешается. Ну, вроде. Ну, все. Все. Осталось только... Это не мешает. Так, это, ну, да, это понимаем. Это вот так, вот так. Эти в эти стороны. Сюда. Вон сюда. Штучки. Такая бедная. Все, вниз опустилось. Так, эти поднятые полностью вверх уходят? Нет, не уходят. Они вообще нигде не уходят, но их можно чисто для внешнего вида поднять вверх. Так. Ну все. Нет, это также база. Что не хватает? Так. Да. Длины. Да, это стоит. Что у нас тут еще снизу? Все ровно. Вы представляете, какая-то большая вещь. Очень. А еще хултилт может скатываться вниз. Да. Давайте ловить его. Ну что? Скатился. Давайте сейчас на него посмотрим. Там это, внутри сидит хедмастер. Это трансформер. Внутри хедмастер. Да. Сейчас увидим мастера. Попробуем аккуратно достать. Эти боковые отсеки, они открываются? Нет. Вот он, кстати. Вот. Ну, типичный. Титан. Titan Master. Да, вот, в виде головы. Ну, это тело. Сейчас, да. В виде машины. Вот у него кабина. Он в ней сидел. Сейчас мы... Уже грудина видна. О-о-о. Грудина. Так, что-то он как-то... Угу. Мы с вами были руки-ноги, да? Пока что только ноги. Так. Колесики появились. Слишком близко. Нет, нормально. Это сейчас так кажется. То на видео будет ощущение, что в упор смотришь. Так. Это штука назад так чуть-чуть, да, откроет. И голова. Ну, прикольный. Давайте его на командный пункт. Сейчас. Поставим. Ну, здоровый такой. Я бы сказал, это прям современный делюкс. Угу. Ну, так это есть делюкс. Угу. Да. Так, что у нас следующее в списке? Это у нас подвижная база. Подвижная база. Ну, корабль. Ну, когда. Передвижная. Ну да. Хорошо. Опускаем. Давай сейчас, Ростислав, готов? Ну да. Забираем красавчика. Можешь его сделать обратно в машинку, давайте. Опускаем. Что, боишься? Да. Подожди, Ростик. Сейчас сделаем из него это. В сторону. Это будет долго. В сторону. Голову надо снять.
ее сюда? Ну, потом, да. Потом. Оружие достать. Лучше по это вращать стороны в сторону. Угу. Руки сложить. Ну, кисти. Давай внутрь. Дави. Отлично. Следующую. Не бойся. Теперь руки почти сложены. Не-не-не, их не надо, они прямо. Вот сейчас, да, чуть-чуть рано. Чуть-чуть рано? Надо вот эту выровнять правильно. На, видишь. Не могу загнуть одной рукой. Я надо... Ростик, поможешь? Так. Блин, сейчас вы еще саму... А, Вася. Угу, теперь руки. Надо было вот эту кисть повернуть. А повернуть? Не в ту сторону повернул. Не в ту сторону, вот в эту. И вот надо. Ой. Сложили. Все. Угу. Теперь все ноги все поворачиваем. А, еще вот здесь у него. Да, здесь. Пипи-сюпер. Чтобы он... Да, ноги у него. Чтобы он мог скрепляться с... С кем? А, с этим, ну. С тактиконом. И эти вперед, да. Закроем ему колени, чтобы не ушибся. Все. Нет, нет, это так и остается. Да. Осталось только поставить на место голову. Да, голову посадить. Ну, вот сейчас мы его вернем. Тут можешь просто положить. Ну и так можно. Он решил не собираться в виде робота. Ну да. Нет, так он не закроется. На, ты выжим робота. Да. Раздвинь. Как будто он садится. Поучить. Чуть согнуть ноги. В тазе согни вперед. Давай, давай, давай. Не бойся. Ты не догадается, как... У нас специальный таз есть для ног. Ну, ты же так сложил. Не, я его не так сложил. Ну, ты где вы... Подожди. Вот так. Какое изощрение, а? Да нет, ты после этого тебе загнул. Все, так, пусть он там пока стоит. Беру Ростик, давай из него подвижную станцию. Ну, сначала делаем так, поднимаем орудие. Поднимаем мостик. Панели поднимаю. Так, если мне не память, мы... А, это опускаем. Сейчас самые веселые ноги. Так. А эти вот надо убирать? А эти, это не надо, это крылья. Ага. Да. Ноги нужно будет подогнуть. И вперед. Вот эти части. Угу. Соедините ноги по нижней. Еще, еще. Плоские панели. Так, попадаем. Пазы. О, все, попался. Все. И вторая нога. Поднимаем. Сойди. Так. Ага, так немного. Соединяем. Не держится. Прицепим обратно. Так. Соединяем пазы. Отпало, что ли? Да. Сейчас. Опять ноги. Ну, тоже отпало. Встало? Сейчас. Здоровый. Давай чуть-чуть сюда. Сейчас. Чтобы все-таки выходили на кадр. Немного катается. Сам получил-то как изображение можно посадить.
внутрь. Вот так вот. И для эффективности можем даже удлинить орудие. Обалденно выглядит. Да, массивно. Попробуем его сейчас со всех сторон. Также мы не показали, как он ест Titan Мастеров или Head Мастеров. Я думаю, это может на другой раз оставить. Да, это на пару секунд. Кидаешь ему в пасть, он выпадает. Закинем. Значит, закинем. Очень, очень большая модель трансформера. Сейчас мы будем взять как раз. То есть, например, возьмем того же самого Full Tilt. Этого десептикона Некро. Переведем его в звероформу? Да. Вернуть? Давай. Возвращаем форму Годзиллы. Может, я обе бокалинки сцепить, потом ноги отцеплять. А, и крыло. Ох ты, голова отпадывает. Свобода шеи. Тут уже кнопки. По-моему, нету. Кнопки нету. Поэтому просто аккуратно дергаем ее. Это ты называешь аккуратным? Да. Я нашла колесико. Ну все. О! Это здорово колесико. Какое-то колесико решило отойти. Мы сейчас найдем, перевернем и найдем, откуда. О, второе колесо. А, вот оно. Вот отсюда колеса выпадывают. Удивительно. Оказывается, если аккуратно не трансформировать модели, то у них выпадает колеса. Возвращаем передние лапы как надо. На место. Поворачиваем голову. Тут еще не закрепим. Не зафиксировалось. Нет. Ну вот не так нужно. Да так и так, и все. Зафиксировано. Нет, все равно. Либо вот так, либо как на изображениях. Назад. Как раз покажем, как. То есть берем того же. Я чуть-чуть сюда на себя. Так. Открываем пасть. Здесь как раз видно дыра. Угу. Бросаем. Открываем. И вот он внутри. Сидит. Лежит. Да, ну-ка. Еще раз. Реально выпадает. Ну что, это давайте будем эвакуации. Будем завершать обзор. Всех ждем в музее. Все подписывайтесь в Инстаграм, ВКонтакте, Ютуб. Лайкайте нас, пишите хвалебные отзывы. Репостите видео. Не только видео. Все репостите, что связано с музеем роботов-трансформеров. Всех ждем в гости. Всем пока. До свидания. До новых встреч. Приходите обязательно.